Следующий шаг – пойти и совершить омовение. Если человек совершает омовение, развязывается второй узел. И ключевая вещь, которую мы делаем при совершении омовения, для того, чтобы оградиться от влияния шайтана, это тщательно прополоскать нос. Очень многие не следуют этой сунне должным образом. Когда вы промываете нос, многие делают это следующим образом. Они трижды ударяют себя по носу, но имейте в виду, это не означает прополоскать нос. А еще некоторые люди набирают воду и делают вот так. Наливают ее прямо сверху. Но это тоже не означает прополоскать нос. Речь идет о том, чтобы прополоскать его внутри. Но некоторые люди заливают воду сначала в одну ноздрю, а потом в другую, и тоже думают, что они прополоскали нос. Другие делают классический жест, вам лучше не смотреть. И так они выпускают своего рода извержение из своего носа. Так что будьте осторожны, находясь поблизости от людей, которые таким образом совершают омовение, и удостоверитесь в том, что они не помешают вам самим. Мне это не очень нравится. Нужно стараться совершать омовение при назначенном для этого месте. Есть такие люди, у которых хочется спросить, «Ты стараешься совершить омовение? Или заставляешь меня совершить омовение?» Потому что половину воды они проливают на вас, на вашу одежду. И когда человек рядом с вами делает это классическое движение, вам нужно еще убедиться в том, а не запачкались ли вы.